быстро деньги запустили новую акцию. Тем, кто впервые берет деньги в компании, предложат беспроцентный микрозайм. Сумма займа ограничена, минимальное значение 1 тысяча рублей, а максимальное 30 тысяч. Компания указывает, что нулевая ставка по займу действует в первые три дня его оформления. Далее плата за займ составит 1% в день. Кроме того, компания обещает трем клиентам перечислить полную сумму их суды вместе с процентами в подарок. Подробнее об акции МфК читайте на нашем сайте.